Делюсь своим послевкусием после сегодняшнего тренинга. Классно. То, что нужно было мне услышать на свои ответы на свои вопросы, я, конечно, безусловно, услышала. А какие вопросы? А вопросы, которые задает себе, наверное, каждая женщина. Кто я? Какая я? Где я? С кем я? Почему я? Был хороший, красивый тандем психолога и стилиста. Потому что нет внутреннего без внешнего. И нет внешнего без внутреннего. Вот такой классный симбиоз. Поэтому я счастлива. Подарок дали. От заведения это шашлык из свиной шеи. Я люблю его. Поэтому приду в Духан еще раз и с радостью посещу, возможно, еще такие мероприятия.